Где же мои дорогие друзья? Тут ли вы со мной? Ли вы? Смотрите, как сегодня у нас здесь будет красиво. Я с вами погуляю чуть-чуть, покажу, какая тут красота. Здесь параллельно сейчас идет свадьба в основном зале. Но, тем не менее, терраса вся наша. Красота, как вы тут быстро присоединились, молодцы. А, хочу сказать, выразить отдельную благодарность журналистам «Экспресс-газеты», которые анонсировали сегодня наш прямой эфир. Они сделали публикацию о том, что я позволила себе очень откровенный кадр, а я всего-навсего повернулась. Ну, я то обычно считала, что у меня очень эффектно все тут, и как-то недооценивала все, что там. И тут я наконец-то повернулась, и я смотрю, каждый кадр с того ракурса производит какие-то бури, можно сказать, фурор. Вот, поэтому я, наверное, буду чаще это делать. Ну, так вот. Конечно, свет может не очень удачно падает, но ничего. Как бы мне так вот, я хочу, чтобы было видно море, но там чуть-чуть будет видно, вот. Можем даже потом прогуляться по песочку. Хотите? Так, ну что? Так вот, да, и возвращаясь к публикации в «Экспресс-газете», там написали не только, значит, что я несказанно хороша вот с того ракурса, но еще и что в 8 часов у нас будет эфир. Поэтому спасибо большое за рекламу. Я очень ценю. Серьезно. Ну, фигура, что вам сказать? Я ленюсь. Ленюсь. Если бы я не ленилась, наверное, была бы вообще совсем точеная, потому что по параметрам, да, тут не на что жаловаться, но не выходя сидеть в спортзале, отказывать себе во всем, не жрать вкусную еду, особенно тут. Тут так вкусно. Это, с моей точки зрения, лучший пляж Одессы. Сейчас я вам покажу что-нибудь вокруг. Это пляж, который называется Портофино. И там вот, может быть, даже видите, в конце на этом пирсе написано, что это Портофино. Это легкая реклама, да. Потому что сидит за соседним столом очаровательная хозяйка, благодаря которой создана такая атмосфера замечательная, что все себя чувствуют обласканными. Все видят, что к ним каждому в отдельности индивидуальный подход, особое внимание, в общем, настоящая хозяйка. И красавец, кстати. Вот, море теплое, да. Сегодня оно, кстати говоря, чуть холоднее, но зато абсолютно прозрачное. Бывают дни, когда оно становится совсем теплым, но параллельно почему-то к берегу подплывают водоросли. Здравствуйте. Шампанское в студию. Ну, шампанское льется рекой, вот там вот, в основном зале, там свадьба сейчас как раз идет, молодые гуляют, и я думаю, что да, там шампанское рекой. Я написала еще 3 песни, и я их буду последовательно записывать завтра и послезавтра, поэтому я опять соблюдаю режим. Это ужасно. Я бы сейчас с удовольствием. Но я не понимаю, у меня вот потом все не так. Мне вот как-то, я когда работаю, мне хочется быть совсем такой вот... Многие, я знаю, для чего-то им нужно, там кто-то расслабляется, кто-то там для вдохновения у кого-то. Но я и так не зажата, никакого кома в горле у меня не стоит. Поэтому... Мне наоборот нравится, когда я сосредоточена.
я сама себе кажусь трезвая, талантливая. Где я работаю? Я работаю в разных театрах, в зависимости от того, куда меня зовут. В Украине в основном это Харьков и Днепр, но я пела во всех театрах Украины почти. Ну и по всему миру, просто сейчас из-за пандемии пришлось отложить те планы, которые были в Америке, причем они уже были не то, что там теоретически, они уже были в стадии подписания непосредственных уже выступлений и спектаклей, но меня немножко, к сожалению, остановила пандемия, и мы сейчас в процессе возврата к тем договоренностям, ну, вернее, договоренности остались, к тем проектам, которые были запланированы. Ну, я не могу вам сказать, что прям куда бы меня ни позвали, я прям сразу бегом бегу, мне спрашивают, куда позовут, там и работаю. Но очень часто мои желания совпадают с предложениями. О, я в уединении отметила день рождения. Я не могу понять вашего вопроса, если не позовут. Если не позовут, то я тогда не узнаю даже о том, куда меня не позвали, так как меня не позвали, правильно? Да, я... У меня кожа в бабушку, бабушку по папе, Зиночку. Она тоже вот так вот. И папа сам сидел бесконечно на солнце, не пользуясь ничем, кроме я вот кокосового масла. Я могу сидеть весь день, я не сгораю, я просто темнею. Последний день июля, кстати. Тополиный пух, жара июль. Всем привет. Ну а почему, слушайте, а почему я должна быть скромной? Мне это интересно. Мне кажется, это навязанная идея, что человек обязательно должен именно проявлять скромность. То есть сознательно умалять все свои достоинства и ни в коем случае о них не рассказывать, ждать, пока их подметят другие. Но в данном случае это особенности просто кожи. Это не достоинство. Я не то чтобы хвастаюсь, просто люблю солнце. За счастье! За счастье Милана и Саши! Ура! А, дни рождения я сказала, что я в уединении его провела. Наступают такие цифры в жизни женщины, когда, мне кажется, не самое праздничное событие. Спасибо, спасибо. А, опять появился Николай с клюквой. А что, уже была какая-то другая ягода вроде заявленная? Опять клюква. Конечно, не надо быть скромной. Скромность украшает того, кого уже больше ничего не украшает. Вам все рассказать. Я с кем я отдыхаю? С кем-то отдыхаю, наверное. Сегодня, что меня обрадовало больше всего, ну вообще, конечно, меня радуют успехи сына больше всего, и сегодня в том числе. Ну, цифры обо мне ли они или нет, тут вопрос, конечно, что глядя на Мадонну, понимаешь, что в принципе и не только мои цифры, но и цифры на 20 лет больше тоже, в общем, еще ничего не значит. Где купальник? Ну, как бы ночью. Ну, сейчас бы я, конечно, можем следующий эфир перенести на более солнечное время, и тогда будет эфир в купальнике. Теперь вы с женой и без клюквы, да? Ну хорошо, это гораздо лучше.
Нет, татуировок у меня нет. Праздник, встреча. Одесса – прекрасный город. Я так люблю Одессу, как вообще мало что. Мне нравится просто все. Вот мне все нравится. Ну, кроме адской застройки, все остальное просто прекрасно. Ну, последний, как сказать, соскучилась. Я же... Это просто запланированный отпуск. Я же не могу петь, не сходя со сцены, круглый год. Уроки даю. Раньше давала постоянно, потому что у меня были студенты в Академии Гейслер. Потом в Академии в Киеве, керевник кадри. Вот, и тоже были здесь студентки. А сейчас по желанию. Ну, конечно, я хорошо преподаю. Некоторые даже считают, что гораздо лучше, чем пою, но тут уж я сначала все спою, что хочу, а потом уже буду. Какие-то люди меня замуж уже зовут. Прямо вот сейчас вот читаю. Маша, ты замуж за меня почему-то поймешь? Нет, такую я не знаю. Спасибо. Не, ну, конечно, ну, не сдаваться в любом случае. Не столько вот ваш этот тезис, сколько как вышел, по-моему, Черчилль на какую-то лекцию и просто повторил 150 раз, не сдав... никогда не сдавайтесь. А вы все аккомпанировали в отеле? Ну, смотрите, с аккомпанементом... Мне, нет, конечно, с концертмейстером я работаю, я не успеваю делать все сама, я же не человек оркестра. Попасть, в смысле, заниматься, если вы хотите, ну, напишите в директ, что-то, наверное, придумаем. Как полюбить себя? Ну, как-то вот надо. Откуда я черпаю позитив? Вы думаете, что у меня есть какое-то химическое соединение, которое я ввожу себе под кожу, например? Ой, мне он так надоел, еще обсуждать его не хочу больше. Фуары. Укладку, да, сама. Что там секрет на миллион, не успела прочитать про Кудрявцеву. Ну, все хорошо, все нормально. А, еще раз. Теперь, ты, Маша, ты выйдешь за меня замуж. Без... Зачем нам ж? Идут суды. Тюрин же намерен судиться, я так понимаю, истошно, но, так сказать, пока вот дурдом этот балаган устраивает на всю страну и зарубежье. Без жены никуда? Как это без сына? Конечно, я с сыном отдыхаю. Про бигуди спирайки вам прям инструкции снять надо, да, что вот прям как я их там себе устанавливаю, снимаю. Ну, можно, хорошо. А, обновить интервью «Секрет на миллион». Да, и рассказать какие-нибудь новые секреты. А что бы и нет. Ну, я бы еще сейчас, вот знаете, вот если бы еще на отдыхе плохо выглядит, тогда я уже не знаю, что человеку, чем уже помочь тогда. В мужчинах я ценю ум. Это главное. Производная от ума остроумие и щедрость. Я не выношу жлобов. Просто вот не перевариваю. Идиосинкразия. Идиосинкразия. Вот. Ну, я не знаю. Ну, конечно, со мной можно подружиться. Почему нет? Надо передать привет Инне. Это Николай с клюквой. Ну, я надеюсь, что Инне нравится ваша клюква. Что читаем на ночь? Сейчас купила какую-то книгу про сон, бестселлер, о важности сна. Поэтому настраиваюсь на сон, читая о нем. Ага, вы настаиваете. Я очень умная. Подожди, а как это так? Волк пишет: Маша, я очень умная, выходи за меня замуж. Это же интрига. Я так просто, Даша, она не хочет.
А, хорошо, ей нравится клюква, ну прекрасно. Так, вот нашли друг друга люди. Читаю и засыпаю. Но мало, конечно. Поэтому видите как? Приходится долго оставаться в ожидании. Бананы мы будем есть. А у нас будет потребность именно в бананах. И мне не нравится, если вы меня зовете замуж, а уже говорите, что бананы надо покупать отдельно. Восток. Привет. Нет, с дедом Хасаном знакома не была, Бог миловал. Я вообще сладкое не люблю. Ну, очень редко, когда что люблю, то какой-то горький шоколад, если уж ем. И устрица. Ну, устрица это все-таки не сладкая, мне так кажется. Зибеншвестерн прочитать. Ну, почитаю, хорошо, поищу. Для поднятия настроения. Так, ну что мне вас еще сегодня развлечь? Просто я, видите, отошла от компании. Мне, конечно, посылают страшные знаки по поводу того, что это нехорошо. Настолько вот так вот предпочитать подписчиков. У меня очень много любимых оперных артистов. Очень много. В общем, я понимаю, что обычно мы с вами разговариваем часами, но мы сегодня все-таки проведем эфир чуть-чуть покороче. Я готова это компенсировать в какой-то другой день более длинным эфиром. Даже вам готова со студии стримы включать, которые песни я буду писать завтра новые. Просто меня еще тревожит, у меня третья недописанная. И у меня сидит человек в студии сейчас сам и доделывает аранжировку. И присылает мне образцы. И мне надо сказать, да или нет. И я нервничаю, потому что, конечно, как Владимир Васюк, гениальный музыкант, певец, композитор, как можно было о нем не слышать. Конечно, с... Ну, вопросы разные. Если я не ответила вам в директе, то, соответственно, значит, очень много сообщений приходит. Если я не успела вас перевести из запроса в какую-то общую там или основную группу, или еще куда-то, то просто они где-то провалились, напишите еще раз. Он обновится, я увидите. Я отдыхаю в Одессе. Шампанское само себя не выпьет, да? Ну, это, конечно, хорошо, но я сейчас... готовлюсь к записи, поэтому нет. Кто-то другой будет пить шампанское. А Волочкова, и мы дружили, скажем так, раньше. Она невероятно талантливая. Была вообще, как вам сказать, когда она начинала, она была так хороша на сцене, что было ощущение, что это ангел, сошедший с небес. Ну, она себя как-то потом увидела иначе. Стало много загорать, солярии, еще что-то там делать. Ну, поэтому она изменилась очень сильно по сравнению с тем, какой она была. Я считаю, что по сравнению с той карьерой, которую бы она могла сделать, она сделала сравнительно меньше. И я считала, что у нее будет вообще, особенно когда она танцевала «Лебединое» в Лондоне, гастроли открывала Большого театра, то есть она была абсолютной примой, и это было все замечательно. И в сочетании с ее абсолютно действительно английской внешностью, какой-то просто неземной, это производило огромное впечатление. Ну, вы просто посмотрите ее ранние ее записи, как она начинала, какая она была изящная. Она изменилась просто, послушайте, мы все меняемся с возрастом. Было бы странно, если бы все менялись, а кто-то оставался бы одинаковым. Партитур, я сейчас выучила трубадура.
Леонору и перешла на Кипру, привет, и перешла на Дон Жуан, Дон Жуан. Творческий вечер должен быть. У нас, видите, немножко не состоялось. Тут кое-какие планы поменялись достаточно резко. И то, что мы анонсировали с презентацией книги, у нас это еще сохранилось это как идея. Просто нам не удалось это провести тогда, когда мы думали. И поэтому план этот все еще нас манит. И мы надеемся, что это получится. Ну вот, на этой неделе точно нет, а дальше посмотрим. Трубадура, спеть или сыграть, а вы музыкант? Так, бытовые вопросы про одежду и про все такое. Нам надо какой-то провести эфир для девочек. Для девочек. У меня аудитория в основном, между прочим, женская. Если я буду все время рассказывать еще и про помаду, духи, одежду, прическу, укладки и так далее, то я думаю, что те немногие мужчины, которые выдерживают наши эфиры, и те разбегутся. Быть в моей жизни, трубадуром, а я буду трубадурой. Или трубадурочкой, как в мультфильме, да? Ну как, суды, пока никаких интересных новостей по судам у меня нету, поэтому что на это время тратить. В общем, мне надо, чтобы вы меня отпустили, потому что меня вот там вот ждут вот за дальним столиком. И будет прямо плохо. Уже очень ждут. Да, у нас весело. У нас просто шикарно. Спасибо, что вы меня понимаете. Но, о, чтобы мужики не убежали, давайте о сексе, да? Продумаем. Ну, пожалуйста, сегодня коротко так получилось. Но зато я сегодня вышла вообще в эфир без опозданий. 8 ровно. Спасибо большое. Вот, побежала. И я пораньше анонсирую следующий эфир. И все свои, так сказать, долги поминутно в следующий эфир суммируем. И будет гранд-эфир. Спасибо вам большое. Обнимаю, целую. Все, до следующего раза. И буду все. И завтра стримы будут со студии. Оп.